Конечно, это честь огромная. Мне так было приятно. Конечно, не хочется там гордиться и восхвалять себя, но быть в списке 100 лиц Казахстана, ну, это, по-моему, самая высшая награда для меня. 8 марта 2015 года мы поздравили 113 бабушек. У нас образовалась группа в WhatsApp, и мы просто не захотели расходиться. И потом я предложила создать такое сообщество, клуб добряков. И те, кто стоял у истоков, это основной состав волонтеров, он и так и остался. Как бы у нас приходит, уходит волонтеров, но те, кто поздравлял 113 бабушек изначально, это мои подруги, это мои друзья, и вот даже вот Даная, один из стареньких волонтеров, они костяк, они составляющего клуба. Если у человека есть возможность помочь, а помочь есть всегда, пока у тебя есть здоровье, как говорится, у человека есть две руки, одна, чтобы помочь себе, другая, чтобы помочь другим. Так что, если у тебя есть возможность, то малообеспеченные семьи, одинокие старики, там даются в назидание. И чтобы мы поделились тем, что имеем. И мы просто говорим, нам ничего не нужно. Просто в дальнейшем верните это добро любому человеку. Как вы это сделаете, неважно. Но чтобы оно паутинкой разрослось.